Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе. Фабригас. Сеск мозг команды, вот и судите, насколько она от него зависит. Выключить из игры Фабригаса – вот приоритетная задача для соперника. Другое дело, что ее проще сформулировать, чем решить. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Н'Голо Канте. Вернер. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Потеря, все, в оборону. Он накручивает соперников одного за другим. Вратарь отправляет мяч подальше от своих ворот. Игроку Челси можно постараться создать что-то опасное с этого вброса мяча из-за боковой.